Сегодня было очень близко. Чего не хватило? Почему проиграли? Да опять из-под кольца все промазали. Или все. Судьи свистели не то? Да судьи тоже не свистели не то. Руки отрывали мне лично. Судьи тебя отрывали? Руки. Нет. Судьи сказали, что мне надо в рефери идти. А ты что думаешь? Я думаю, пойду как-нибудь. В следующем туре, ну, будешь рефери в следующем туре? Если пригласишь. Да ладно, зачем? Давайте. А с кем ты будешь парить? А? Я не знаю, кто еще там больше всех жалуется на судей. И есть, поверь мне. Да? Ну так вот, давайте. Как впечатление вообще от сезона? 11 игр провели. Да, хорошее впечатление. Команда недавно собралась, молодая. Ну набирайте пока нет. Конечно. Вот сейчас эти старики уйдут. Кто-то же должен в Москве что-то делать. Ну, я... так и происходит. Этот круговорот баскетболистов в Москве. Так и происходит. Понял. Ну, удачи в следующих играх. Спасибо. Да. А у нас будет типа там будет какой-то плей-офф? Еще будешь? Мне еще играть надо будет? Да, да. Мучиться. А что там такая сетка? Да там какое-то говно будет, чтобы просто играть. Впрочем, как обычно, в принципе. Самое в порядке просто. Да не, реально, что там будет?